Доброго ранку. Доброго. Всем доброе утро. Стою. Я купила билет с пересадкой девочки. И вот стою. Приехала в час ночи сюда. В час ночи приехала. И ожидаю. До половины четвертого у меня сейчас должен быть ехать поезд уже на Одессу. Других билетов девочки не было. Ну что, такой тихенький-тихенький вокзальчик. Тихенький такой. Сначала было страшно, а сейчас уже как будто все нормально. Вот такой же видели. Вот такой вокзальчик. Все, я отключаюсь, потому что вот поезд мой идет.
встретила со своей сестричкой. Ой, очи мои. Очи куда же вбать? Что же делать? И моя Танюшечка, моя любимая. Всем привет. Девочки, я снова приехала в Кулевчик. Любаш, ты приехала. Ой, фонтаны. Фонтаны. Классно. В честь тебя фонтан заработал. Сегодня у нас рынок еще, но мы не ходили. Хотите, идите туда, Станюшка, пройдитесь, если хотите. Не, мы пойдем туда. Пойдете со мной? Да. Девочки, фонтан работает, представляете? Как я соскучилась за этим селом. Вообще, такое классное, тихое, спокойное место. Да, обязательно, Наташ, пересмотрим вариант. Это самое, домик. Возможно, съесть и купить его. Желательно возле тебя, вариант. Чтобы была улица блогеров. Водитель, племянник у меня уже водитель. Надо права. Да. Купим, да, сынок? Купим права. Он человек не пьющий, слушай, нет, не курящий. Да, вообще. Шутку. Будем кастинг проводить. Ой, мама, тебе купит права. Ой, боже мой. И будем кастинг проводить. Да. Сейчас увижу, как он ездит за рулем. Руль будет. На ручки возьми ребенка. Уж как капец. А, да он царапает меня. Две минуты я сейчас его... За руль посажу. Жарко, сынечка, жарко. Ой. Так что, мама Люба, будем сейчас уроки давать. С магазин заедем. Вы пивку будете? Ну, конечно, пиво будем. Боже, смотри, как я вчера красила ногти. Ой, ногти красила, голову красила. Лёва, Лёва, сейчас его заберу. Он же живётся за руль сесть. Седай к мамочке, давай. Ой, боже мой, чудо ты мамина. Давай, поехали, все. Поехали вперед. Девочки, смотрите. Сына, как мама тебя учила? Сам рулит, ой. Рулит. Оп. Лёва, крутой такой, музык. А ему едет. Как нравится, о-о-о. Ты шо. Лёвочка, поворотник. Да, он на повороты, смотри, влево поворот, так, влево опа. Поворачивает. Да, вообще умничка. Опа, тут немножко, это, как турбулентность. Давай, сыночка, садись, опа, едем дальше. Едем дальше, сына. Едем дальше. Едем, едем в соседнее село. На дискотеку.